мастер-класс, что вот здесь проводится. Ну, очень много кременчужан в 2014 году действительно ушли на восток защищать первыми свою родину. Много знаю ребят. И есть, к сожалению, трагические у нас прецеденты. Есть у нас герои, которые действительно самые первые погибли. Это в Иловайске, 2014 год, 28 августа. Мы выходили с окружения. Ну и, к сожалению, нам сказали о том, что нам дали зеленый коридор. При выходе с Иловайска мы попали в окружение. Трое суток это проходило, поэтому такие мероприятия, я считаю, проводить надо, для того, чтобы наша молодежь подрастающая понимала и видела то, что действительно происходит у нас на востоке страны.